Всем привет, уважаемые зрители. Мы находимся на строящемся мосту через Суходол в Севастополе на улице Пожарова. С момента прошлого обзора прошло чуть меньше месяца. Мы видим тут колоссальные изменения произошли. Я вот недавно купил стабилизатор для экшн-камеры, поэтому тут невозможно иногда такие непредвиденные всякие штуки. Но в целом, как вы можете видеть, картинка несколько улучшилась. Что мы здесь видим? Значит, справа от строящегося, то есть существующего моста, сейчас строится половинка нового моста, который будет на две полосы. И когда ее завершат, по ней запустят движение, будут разбирать старый мост, который находится в ужаснейшем состоянии. Вот мы видим, там миксы поддерживают пролеты. Так, вот это одна из опор. Опоры, кстати, строились по достаточно интересной технологии, так называемые свайные опоры. То есть с верха насыпи, во-первых, устроены насыпи по бокам были. С насыпи делаются буронабивные сваи, которые одновременно служат телом опоры и ее фундаментом. Вот мы идем сейчас по переходной плите. Уже снизу готовы подферменники, подферменные площадки на обоих опорах. Сейчас идет укрепление конусов, которыми обсыпаны сваи. И на вот этой следующей неделе уже начнется монтаж балок. Здесь мы можем опять оценить состояние существующего моста. Вот мы переместились на опору, которая ближе к улице Дмитрия Ульянова, противоположная опора от подферменной площадки. Уже готовы. Опять же идет укрепление конусов здесь. Вот туда дальше влево, там идет активный перенос коммуникации для того, чтобы расширить проезжую часть до четырех полос. Вот идет разработка грунта на расширение подходов к строящемуся мосту через Суходол. Разрабатывается скальный грунт, достаточно прочный. С помощью экскаватора и гидромолота.
Вот результат работы этих экскаваторов примерно за неделю, может чуть больше. Так будет расширена дорога. Ну и на этом сегодняшний обзор завершается. Постараемся попасть на монтаж балок. Так что всем спасибо, давайте подписывайтесь. И пока.